Всем привет, денежки, бизнесы больше делать, так. Монетки, вот, кстати, их больше, кто получит на свою мечту монеток больше, ну, как надо, как на вот этих вот, а где мечты, вот, здесь 15, ну, практически везде, вот так 30, а мне когда было 30, я 40 набрал. 49 даже. То есть 49. Вот это вот, когда сохраняешь, ну, зачем эти штучки, как бы? А это значение всяких бизнесов. Так, ну что, готов? Готов, готов. Ну давай. У тебя есть ленточки. Да, ну, да. Вот, я вот так положил. А я ремень поправлял. А, у тебя ремень, что ли? Да он спадает, что ли? Всем привет. Всем привет. Сегодня мы вот в такой форме военно-морской. Елисей захотел вот так вот записываться. Тем более, что скоро день военно-морского флота, да? А я и сам хочу в военно-морское училище пойти. Да. А ты уже привык к военно-морским. К военно-морским правилам, да? Ну да. Ну ладно. И куда-то плавать надо с пушками. Да. Ну что ж, сегодня мы будем играть в настольную игру «Мармеладный босс». И давай начнем. А может уже и будет пора, когда вы... И на еще один день военно-морской. Опять, наверное, придется на корабль. Вот для этого они созданы, наверное. Наверное. Ну а приобрести настольную игру «Мармеладный босс» вы можете по ссылке в описании в фирменном магазине hobbygames.ru. У них очень-очень много игр. Заходите, я уверен, вы что-нибудь себе обязательно подберете. Итак, перейдем к правилам. В начале игры игроки выбирают по одной карте мечты. Они все одинаково стоят 15 монет. Собственно, столько монет нужно накопить, чтобы осуществить свою мечту и выиграть в партии. Но на самом деле в правилах написано, что вы можете даже две карты выбирать мечты для того, чтобы подольше поиграть. Мы на самом деле в закрытую их выбираем, но я думаю, что можно и в открытую выбирать. Итак, выбирают игроки карты, и теперь их задача накопить по 15 монет. Кто раньше это сделает, тот и выигрывает. Давайте также посмотрим, что у нас есть на столе. Во-первых, это поле. Мы его во время летсплея, время записи, достали, чтобы было удобно на него смотреть и вам, и нам. Но на самом деле оно прямо в коробочке может так располагаться, и даже это удобно, удобно играть, но не во время записи, иначе ничего не видно. Так, у нас есть здесь банк с монетами, кстати, вот этот органайзер, он не идет в комплекте. У нас есть банк с такими вот галочками, чтобы отмечать, на каком уровне у вас сейчас бизнес. У нас есть акции, у нас есть рынок из трех карт, это рынок бизнесов, у нас есть колода бизнесов, и у нас есть вот такое поле со стрелочками, где обозначены компании, акции которых мы покупаем. Это фабрика Деда Мороза, это Вкусбургер, это Я Сладкоежка и это Разности. Из чего состоит ход игрока? В начале идет у нас фаза дохода. Каждый игрок получает две монеты базово. И дальше получает еще монеты за акции или за бизнесы. Но об этом чуть-чуть попозже. Получаем доход, и дальше, начиная с первого игрока, игроки, собственно, ходят по полю, разыгрывая какие-то события. Первый игрок бросает кубик и ходит. Я буду, например, зеленым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На что можно попасть на поле? На какой-нибудь из видов бизнеса. Это вот такие пиктограммы. Красные. И если вы попадаете на такую пиктограмму, то вы платите в банк одну монетку из вашего запаса. Но если такой бизнес, такой пиктограммой принадлежит другому игроку или вам, если вам, то вы ничего не платите. Если другому игроку, то вы платите ему монетку, а не в банк. Соответственно, после этого входят все остальные игроки, тоже бросают кубики. И что еще тут можно на что попасть? На вот такую клеточку, где нужно отдать две монетки в банк. Или можно попасть, например, на банку, где можно, точнее не можно, а нужно никому ничего не платить. Просто все нормально, ничего не потеряли. То есть в основном в этой фазе вы теряете деньги.
Далее, после того, как все походили, начиная с первого игрока здесь по событиям. Вот, кстати, я не уверен, что если вы наступили на поле со своим бизнесом... Ну, вообще, да, логично. По-моему, вы никому не должны платить. Но это надо уточнить. Соответственно, после того, как вы походили и в основном потратили деньги, вы дальше имеете право что-то купить. Что можно купить? Базово можно купить бизнесы и их улучшить. Если вы хотите усложнить игру, то вы можете играть с акциями. Мы будем играть с Елисеем как раз с акциями. Что можно купить? Итак, бизнес. Бизнес стоит 3 монеты. Допустим, мы уже как-то походили, вот поэтому мы сразу раздаем монеты, потому что вы 2 монеты получили на старте, походили, в основном одну потратили, потом опять следующий ход вы походили, 2 монеты получили, а можете опять 2 потратить. Короче, пока дойдет до покупки бизнесов, будет уже очень долго. И потом в начале ведь ни у кого нету бизнесов, и поэтому, да, было бы интересно, если бы я наступил на чужой бизнес и отдал кому-то монету. Было бы круто. А так ни у кого бизнесов нет, поэтому не очень нам показалось интересно. Итак, значит, что можно купить? Бизнес. Вы платите 3 монеты и берете карту себе. Покупать бизнесы, я считаю, нужно так, чтобы, вот вы стоите где-нибудь здесь, чтобы они были впереди по ходу. Почему? Потому что, если другой игрок, давайте сейчас выберем уж как-нибудь по-настоящему, что у нас ближе всего? Вот, ближе всего по ходу у нас вот этот символ, и этот символ есть на вашем бизнесе, который вы покупаете. Соответственно, шанс велик, что другой игрок, когда будет здесь идти впереди, он наступит на этот ваш бизнес и заплатит монету не в банк, а вам. Вот. Если бы у вас не было, напомню, да, этого бизнеса, это был бы ничейная пиктограмма, то он бы заплатил ее в банк. Итак, вы купили бизнес. Это все фаза покупки. 3 монеты заплатили. Вы получаете на него галочку. Это значит, что в следующей фазе дохода вы получите базово 2 монеты и еще одну монету сверху, потому что вот тут нарисована, да, одна монетка. Прибыль дополнительная. Соответственно, вы также можете купить до не больше 3 бизнесов, но если у вас еще деньги остались, то за каждую монету вы можете тут же улучшить свой бизнес, который вы только что купили. И тогда он у вас будет приносить не одну монету, а 2 монеты или 3 монеты. Вот сколько у вас денег есть, столько вы можете всего улучшать и покупать, но не более 3 бизнесов. Да? Вот прям все монеты можете тратить. Что еще можно покупать? Можно покупать акции. Акции стоят по-разному. И, соответственно, приносят они разное количество денег. В фазу доходов вы будете... Вот у вас есть, например, зеленая акция. Вот так у этого игрока тоже зеленая. Здесь красная и желтая. Соответственно, казначей, который заведует банком, он будет крутить все акции, которые есть в игре. Ну, начнем с зеленой. Крутите и смотрите, сколько монет. 3 монеты за каждую акцию. Соответственно, и этому игроку, и этому игроку. 3 монеты. И желтую крутим. Ничего. Но мы обычно перекручиваем, если попадает вот сюда на грань. 3 монеты он получает, этот игрок, а я ничего не получаю. Это то, что можно купить. Цена акций, я уже сказал, да? Соответственно, я могу купить бизнес, могу купить себе, там, скажем, 2 акции, могу себе что-то здесь улучшить, пока у меня хватает монет. Теперь, после того, как я купил бизнес, выкладывается новый бизнес сюда. И, соответственно, на этом фаза заканчивается. То есть у нас 3 фазы. Доход, события и покупки. И вот таким образом вы должны накопить либо 15 монет, либо, если вы играете в долгую игру, 30 монет. Но я рекомендую, например, даже делать так, что выбирать, например, одну мечту, но играть до 20 монет, например. Потому что нам показалось, до 15 очень быстро играется. Вот. Так что тут смотрите правила. Достаточно такие гибкие могут быть, особенно когда вы играете с ребенком. Ну, а мы переходим к летсплею. Давай начинать, и мы с тобой что сделали? Взяли и поле вынули из коробки, потому что так снимать удобнее. Иначе не видно было бы нам,
как куда ходить. Вот, давай начнем с чего. Я, пожалуй, вообще-то в коробке. Я положу флаг, вот я его показал. Мы его сюда положим и начнем с чего. А его немного видно, ты его поближе положи. Здорово, так, да. Мы начнем с того, что мы выберем мечту. Мы же должны накопить... Я выбираю 3 мечты. Нет, давай выберем одну. Нет, но ну будем... давай по 2 хоть. Ну давай до 20 монет. Нет, не до 20, а давай до 59. Вот. Это долго, давай 2 мечты. Не, я хочу 59. Это долго, я выберу. А мне нравятся долгие партии. Дом. Долгие. И динозавр. А тебе что? Мотоцикл? Покажи. Это мотоцикл. Я уже вообще-то показывал. О, и какие-то набор фокусников, наверное. Вот такая у тебя мечта. Значит, 30 монет. 30? А получу, да. 49. Так, и у меня тоже 30 монет. Или 500. В общем, мы решили, в правилах написано, что мы можем выбирать 2 мечты. Ну, давай сначала уже монеты-то. Да. И мы решили так и сделать. Динозавр какой-то. Динозавр, да. Хоть динозавром, что ли, стать? А я не знаю, что это за подарок, что это за мечта. А ты что из моих-то хочешь? Мне дом понравился. Твой. Хочешь поменяться? Ну, давай, а мне а что дашь? А какой у тебя хочется? Мне мотоцикл. Ну, хорошо. Давай. О, ну все, вот теперь готово. Вот так, там и буду жить, наверное. Отложим наши мечты пока куда-нибудь наверх. Они нам пока не понадобятся. Мы просто будем знать, что нам нужно 30 монет накопить. Так, будем играть еще с усовершенствованием, с акциями. И мы решили с Елисеем немножко усовершенствовать правила для того, чтобы побыстрее купить бизнесы. Вот мы раньше раздавали на старте игры по одной монетке, а сейчас Елисей предложил сразу по 3, чтобы уже сразу можно было покупать бизнесы, потому что мы считаем, что вот начальные вот эти вот шаги по городу немножко затянуты. Да, и мы хотим сразу... А почему здесь один бизнес-то? Потому что там пока походишь, пока накопишь на этот первый бизнес. Это что ли ты свои, что ли, взял? Нет, это 3 бизнеса, которые на рынке. Ты немножко забыл уже. Они всегда доступны. Так, ну что, по 3 получили. Давай, ты будешь первым игроком. Доход у нас пошел. Значит, доход базовый – это 2 монетки. И 2 монетки. 3 мы с тобой по домашним правилам получили. И 2 монеты, базовый доход. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Да, давай, ходи. Теперь ходим по городу. События какие-то происходят. 6. Ходи. Попадись бы мне эта банка. Давай. Какой? Я же красный. Ты красный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эх, немножко не хватило. Ну, давай в банк плати. У меня еще осталось 3. 4. 4. Теперь я хожу. Так, у меня 3. 1, 2, 3. Так, и я тоже плачу в банк 1 монету. У всех 4. Так, ты первый игрок, теперь ты имеешь право что-то купить. Акции, бизнес. Бизнес. Какой? Смотри вперед. Какие будут значки впереди, и покупай те, на которые я могу встать, чтобы заплатить тебе денег. Вот, например, кофе будет впереди? Ну, где-то там будет. А ты на будет. Какой? Я вот сейчас вот здесь. А. Тир будет впереди? Ну, где-то далеко будет. Флажок будет? Ну, в общем, тут что-то все далеко, поэтому выбирай любой. Любое, которое тебе нравится. Вот детское этот. Кафе, тир или игровая площадка. Вот этот. Хорошо. Плати 3 монеты в банк. 3? Да. Остается 1. А я-то бизнес хотел сразу на 3. Подожди. Получу. Так, теперь ты получаешь 1 галочку. Это значит, что ты будешь 1 монету в доход еще получать дополнительную. Давай вот сюда вот так. Это твой бизнес. А у тебя остается 1 монета. Хочешь ли ты что-то улучшить? Свой бизнес. Улучшу. Давай, улучшай. 1, 2. Да, будет 2 монеты. Все, заплатил. Все деньги потратил, да? Угу. Так, ну что ж, теперь я... Я, пожалуй, куплю 2 красных акции. Не буду пока бизнес покупать.
Нет, одну желтую акцию куплю. Вот. Все, и одна монета у меня остается. А у меня никакая. Так, все, мы сделали раунд. Следующий раунд и получаем доход. Ты получаешь 2 базовых и 2 за свой бизнес, да? Угу. Улучшенный. Я получаю 2 базовых и за эту акцию, пожалуйста, крутни мне желтый стрелку, желтую фирму. Называется «Вкусбургер». Так, я получаю 2 монеты за каждую акцию. Да? А я что делаю? Уже покупаю? Теперь я первый игрок, и мы ходим по нашему городку. А почему? Я же бизнеса хочу. То есть не Подожди, бизнес? Сейчас. 2. Раз, 2. И а я... можно сделать 2 штуки? Улучшить бизнес на 3 так. И купить акцию. Да, можно. Ну, сейчас мы походим. Я попал на банку, поэтому я ничего не трачу. Теперь ты ходишь. Я? Да. Ну, хорошо. 6. А если ты на свой бизнес попал? Ну, ничего, просто ничего никуда не плачу. Давай, 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть. Классно. И ты не теряешь. И я не теряю. Что ж, я сейчас могу что-то купить. Я, пожалуй, куплю бизнес. А почему я ничего не покупаю? Потому что я первый игрок. Мы меняемся каждый ход. Так, я смотрю, что будет впереди. Ага. Кукольный театр будет впереди. Ну, как-то все уже. Кукольный театр прошел. Ну, ладно, я его куплю, ничего страшного. Вот так вот я покупаю. И у меня здесь вот так вот он на первом уровне. И 2 монеты я трачу, чтобы сразу же его усовершенствовать на 1, 2. А я что делаю теперь? Так, теперь ты покупаешь. Я улучшаю бизнес на 3. Угу. Чтобы 3 монеты получать. Да. Угу. У тебя сколько осталось? Я покупаю акцию. Красную. Это не значит, что ты ее крутишь. Это ты ее покупаешь. Покупаешь, а потом крутишь. Нет, это будет в следующей фазе дохода. Mm-hmm. Хорошо? Да. Вот смотри, ты просто немножко забыл. Что товарищ. Забыл? Ну, в какой фазе ты ее там крутишь? Все, мы напокупали все, что хотели. Теперь снова раунд заканчивается. Ты теперь первый игрок. Так, получаем доход. У тебя 2 монеты базовых, и у меня 2 монеты базовых. Теперь у тебя 3 за твой бизнес улучшенный, у меня 3 за мой бизнес улучшенный. И теперь акции. Крути сначала красную. Давай. 1 монета. А почему здесь 4? Где-то есть 4. Так, чем дороже акция, тем больше денег она приносит. Теперь желтую крути, мою. Желтую крути. 0! Yes! Хорошо, ходи. 2. 1, 2. Угу. Плати в банк 1 монету. Ах ты, дебил. Вот. Теперь я хожу. 1. Похлопай опять. Зачем? Ну, крюсь застегнуть. Ничего страшного, это можно и так сделать. Так, я тоже 1 монету заплатил. А сейчас его надо как-то что ли зашить? Нет, давай мы вот так вот сделаем и не будем отвлекаться от нашей игры. Во, вот так. А всё. Его надо скрепить, чтобы он не вылез. Нормально, все хорошо. Давай, мы играем. Так, теперь ты первый игрок, да, ты можешь покупать. А я уже... Что ты будешь покупать? Акцию. Какую? Это стоит 2 монеты, это стоит 3, это 4. Это 5. 4. Это не значит, что ты ее сейчас крутишь. Ты только сейчас можешь купить ее. На. 4 монеты, пожалуйста, заплати.
И у меня остается одна. Да. Все. Теперь я. Я куплю себе бизнес. Ты такой, бизнес еще купишь. Да, я куплю бизнес и вот так вот его... А сейчас... я его сразу лучше, когда еще один куплю. И я тоже его улучшаю за монеты. Не-не-не, вот-вот, я укладываю. О, катера самые любимые, я его куплю. Все, раунд прошел. Теперь я первый игрок, и мы получаем доходы. Доходы. Два. Базовых. Базовых. Ты получаешь три за свой бизнес, угу, улучшенный. И, а я и акцию я тоже кручу. А? Так, теперь ты крути акцию, зеленую. Не, давай нормально, чтобы она... И ты получаешь одну монету. Теперь крути красную. Две монеты. Это у меня задиралось пальцем. Ну, ничего страшного. Подумаешь. И теперь крути желтую. Нашел тут? Да. Опять ноль монет. Да что такое? Ну, ничего страшного, ладно. Так, а у тебя больше денег получилось. Скоро я так, уже теперь бизнес куплю. Я еще получаю две монеты за вот этот бизнес. Ноль. Да, все. Так, все. Я первый игрок. Теперь я могу что-то купить. А почему ты так быстро покупаешь все? Я куплю себе еще один бизнес. Игровую площадку. А я сейчас тебе... Подожди, куплю. Я еще не все купил. И я сразу ее... А нет, я не буду ее улучшать. Ага. Я куплю на 4 монеты зеленую акцию. А я когда буду? Все, теперь ты покупаешь. Тогда я куплю бизнес. Подожди, сейчас тут еще один. Посмотри, может, этот захочешь? Нет, я вот этот. А я тебе рекомендую все-таки этот. Потому почему? Что впереди я могу на него наступить и заплатить тебе целую монету. Если это будет твой бизнес. Фрукты. Видишь? А где же лодки? Ты на них еще не наступал? На весла? Нет. Ну, тогда... Нет, я вот эти вот весла. А мы с тобой, по-моему, забыли походить. Да. Да? Ну давай походим. Сейчас. Ну ты, ладно, купи, а потом походим. Ничего страшного. Давай. Так. Купил лодки. Три монеты заплатил, да? Ну, я тебе заплачу еще много монеты. Так. Вот тебе галочка. Нет, я хочу сразу на это. На а, хорошо, тогда две монеты сейчас у тебя заберу. Хорошо. Что дальше? У тебя еще четыре монеты. Ничего страшного. У тебя еще четыре монеты. Что будешь делать на них? Я вот эту вот штуку на тройку улучшил. Да, улучшил. У тебя еще 4 монеты. Можешь купить еще один бизнес. Бери. Что-то маловато. Бизнес стоит 3. Ну, пусть. Тогда я куплю так красную, эти я а уже, я... эти я уже заплатил я за тебя. Я красную акцию. А, за две? Угу. Давай. Я давай. Плохо не, щелкну. Плохо щелкну, да, на... Только ты ее не крутишь. Да. Тебе нужно ее просто пока купить. Вот так вот к себе положи. Это и твои. Еще две монеты. Это я уже все сделал. А, и у тебя еще две осталось. Можешь еще что-то купить. Можешь ты еще одну красную акцию. Я куплю еще одну красную. Ну давай. Акцию. Но желтая была бы выгоднее, конечно. Она больше денег приносит. Ну ладно. Хорошо. Так, а теперь давай походим. Мы же забыли.
У тебя было два. Два. А, вот так. Один, вот. Два. Тогда ты не смог бы купить эту акцию, потому что две монеты у тебя забрал бы вот этот вот ход. И я шесть. А я на банку встал, у меня все нормально. Так, ну что, по-моему, теперь ты первый игрок. Я постоянно запутываюсь. Нету здесь маркера первого игрока. Надо было как-то сделать. Ну ладно, ничего страшного. А, давай теперь новый раунд разыгрывать. Две монеты. Две монеты. Так, шесть монет за твои бизнесы. Три. И одна. И три. Теперь мне. А у тебя сколько? Три. Две. Одна. Теперь акции. Давай, крути. Начинай с красной. Я плохо щелкну. Ну давай, щелкни, хорошо. Два. Один. Значит, ты за каждую получаешь по одной монете. То есть две монеты. Теперь зеленую крути. Не, я не щелкаю. Давай, совсем. Щелкай. Только я ты один. Нет, ты один раз щелкни. Поставь вот так стрелку, да, во, давай. Не, плохо. А. Или на единицу попало? Ни на что. Ну давай, еще раз щелкай. Единица все-таки. Пожалуйста. А мне нет. Единица и тебе единица. У меня тоже есть зеленая. И теперь желтую я хочу сам щелкнуть. Три монеты. Так. Ну что? Давай, ты теперь первый игрок у нас вроде как. И ходим. Два. Два. Один. Один, два. Все. Плати два. Банк денежку. Одну. Да. Теперь я хожу. Раз, два, три. О, я плачу. Тоже денежку. А вот если бы ты фрукты купил, то я бы тебе ее заплатил. Так, кстати, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 монет. А у тебя 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монет. Так, ну что? А у тебя сколько? У меня 11, на одну больше. Ну что, давай, ты начинай покупать. Я тебе рекомендую уже бизнесы покупать. Куплю бизнес этот. Покупай. Сколько заплатишь? Три. Давай, отсчитывай три. Я даже четыре могу заплатить. Не, не надо четыре. Три. Купил бизнес. А ты остановился, мама? Так это было до того, как ты купил. Так, вот тебе. Я на три сразу улучшаю. Фрукты. Даю две. Даешь две монеты? Да. И улучшаешь на три? Угу. Давай вот так вот сделаем. Молодец. Так, хорошо. Мне уже мясо на косточке хочется есть. Ну, сейчас покушаем. Еще будешь что-нибудь покупать? Я... Еще? Еще бизнес. Давай. И, видимо, ты его тоже улучшишь, да, сразу? Давай. Молодец. А я не сразу улучшу. Ну как не сразу? Сразу, вот, пожалуйста. Я ж тебе дал все свои монеты. Не, я их в банк перенес. Так, ну что же. Угу. Что бы мне купить? А я куплю... синюю акцию. Раз, два. А три, я четыре, могу купить пять. Еще? Нет, ничего не могу. Я купил синюю акцию. И улучшу все свои бизнесы. Вот этот на два. Вот этот на один. И еще куплю желтую акцию. А у меня акцию. Сколько бизнесов? Один, я пойду два. По акциям.
Еще три. 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 У меня всего лишь четыре. Четыре бизнеса. Один, два, три. Но зато они все у тебя улучшены. Все, все, все. Да. Давай вот так положим. Так, ну что, все. Следующий раунд. Я первый игрок, насколько я понял. И поехали, получаем доход. Две монеты базовых. Тебе за 4 бизнеса по 3 это 12 монет. 2, 4, тебе стоит только 6, одну монетку. 8, и ты меня догонишь. 10, 12. Это за твои бизнесы. Теперь за мои бизнесы. У меня 9 монет. 1, 3, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да. 14 монет заплатил. Почти накопил на первую мечту. Теперь крутим акции. 14. Давай. Акции. Начнем с красных. Крути. Красный. И хорошо крутим. Ну, на единицу попало. Значит, тебе две монеты. Так, смотри, ты накопил на первую мечту. Молодец. Так, теперь зеленые. Нет. Нет. Три. Ого, на тройку, на тройку попало, я видел. Тебе три монеты. А тебе? И мне три монеты. У меня тоже есть зеленые. А тебе? А у меня сколько? Теперь желтая. Это я сам себе крутнул. Ой. Четыре. Ой, да что же она никуда не хочет попадать? Семь. Восемь. Ноль. Ноль. И теперь синяя. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Две. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать! Так, ну мы до 30 играем или все-таки до 15? До 49. О, нет, ну давай до 30 тогда, до двух мечт. Все, я, по-моему, я первый игрок. И я похоже, первый игрок. Я закупаюсь. И я куплю себе еще синюю акцию. А я что-нибудь еще куплю. Нет, подожди. Хоть я... А ты знаешь, что вот здесь вот мы один все время забываем походить. Надо походить. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну хорошо, круто. Да, да. А, теперь ты ходишь. Четыре. Четыре, пять. Ну давай, ходи. Один, два, три, четыре. Угу. Платим по монете. И ты монету. Я монету. Все, теперь я первый закупаюсь. Я себе куплю еще одну синюю акцию. Ах ты, синяя штучка ты. Вот. Я куплю сейчас... еще одну зеленую акцию. А я себе? А что? А я могу что-то купить? А ты пока думай, что ты себе хочешь. А я знаю, я зеленую куплю бизнес. Вот этот. А я зеленую акцию. И покупаю. На два его улучшу. Все, я закупился. А я зеленую акцию покупаю. Сколько она стоит монет? Четыре. Давай, четыре монеты, пожалуйста. Да, вот. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Два. Нет. Это маловато. О, все правильно. Так, вот тебе зеленая акция. Что еще будешь покупать? Я куплю еще один бизнес. Давай. Хорошо. Отдаю три монеты. Давай, три монеты. Бери. Я только в банк. А, ты хотел вот так вот сделать, как mm-hmm. будто две. Так, будешь улучшать его? Да. Давай. Сразу на три. Отдаю монету. Да, монету. Но маловато как-то монету. Ну ладно. А, была монета.
А стало две. Хорошо, улучшай. Еще что будешь покупать? Я куплю еще один бизнес. Да, покупай много бизнесов. Видишь, как это работает? Много покупаешь бизнесов, много денег они приносят. Опять одну монету? Ага. Да что такое? Так, раз, два, три, четыре, пять. И опять его улучшаешь? Угу. Ну давай. Сразу все до три. А доходы скоро будут. Так сейчас ты как получишь доход. На так, слово. Уже некуда ложить твои бизнесы. Ну давай вот сюда положим. Давай. Вот так. Это твой бизнес, а там, где нет галочки, это рыночный бизнес. Сколько у тебя еще денег осталось? Ну, по-моему, три монеты у тебя осталось. А у меня осталось. Нисколько осталось. Три монеты осталось. Ах, ты три? Или это ты за бизнес заплатил? Я ничего не купил. Не-не-не. Ты можешь еще один бизнес купить. Я или, куплю еще или один бизнес. Или желтую акцию. Вот, нет, я желтую акцию. Хорошо. На тебе желтую. Ах, ты нет, я бизнес еще один куплю. Хорошо, давай. Какой? Настольные игры есть бизнес. Настольные игры. Давай. А где кубик этот настольных игр? Вот тебе стоит крокодил! Да, если я туда попаду, то ты сразу получишь деньгу. Так, что-то места уже вообще не хватает. Ладно, пусть здесь, а рынок вот здесь у нас будет. Так, чего ты делаешь? А, себе? Ну давай. Так, все, теперь ты первый игрок, получаем доходы. О, сейчас много будет доходов. Две тебе монеты и две мне монеты. Напомню, чтобы победить, нужно накопить первым 30 монет. Поехали. А ты пересчитывай, не подумай. Ты мне говори, сколько за какой бизнес мне надо тебе монет дать. Давай. Три. Вот за это, давай, слева направо. Три. Выдал, дальше. Три. Выдал. Три за это. Дальше. Три. Выдал. Три. Выдал. Три. Выдал. Три. Выдал. Три. Нет, тут один. То есть один. Да. Так, теперь я. Я пересчитаю. Откуда у меня эти деньги? А ты мне посчитай денежки, а? Я уже запутался вообще. В конец. А пересчитай денежки мои, а? А, подожди. Мы еще... Откуда у меня эти три монеты? Я вообще уже запутался. Мы с тобой... Две базовых, три базовых. Три пиццы озвучил. Может быть, я их куда-то отложил. Ладно. Мы с тобой еще акции должны получить. Акции. Давай. Две. Базовый доход. Так же не получить. А, у меня же была одна и две базовые доходы. Да, все правильно. Два базовых дохода. Давай, да, у меня крути, крути. Ну ничего, я новую галочку достану. Да, не надо. Ты просто не шебурши, ладно? А-а-а. Давай, доиграем. Крути зеленый. Ну сейчас я тебе крутну. Давай. Ой, две монеты. Две. Две монеты. Две, четыре получается. Смотри. Две, четыре. Две, четыре. И мне четыре, потому что у меня тоже есть эти акции. Так, теперь крути красный. Мне не надо. Один. У тебя две акции, значит, две монеты. А дальше. Ты пересчитаешь уже? Теперь крутим желтую. Ноль у меня, как всегда. Ноль, yes! И синюю. Синяя на троечку, то есть 6 монет. Три. Похоже, не нашли. И три. Давай теперь посчитаем, сколько же у тебя денег накопилось. Похоже, договорились? 40. 40. Давай, иди сюда. А ты не двойками считай. А как? А по одному. По одному? Чтобы было правда. Ладно, давай, я откладываю, а ты считаешь. Угу. Да? А я не считал. Я откладываю, а ты будешь счет вести.
Ну давай, поехали. Давай место освободим. Поехали. 1, 2, 3, 4. То есть 5. 3. Почему 3? Что я говорю? 7. То есть 6. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 монеток. 26, хорошо. Так, теперь я себе 3 за этот бизнес, 3 за этот бизнес. А почему ты себе 5 бизнесов-то не купил? То есть 3 за этот. Не 5, а 1, 2, ну, 3, я 4, предлагаю 5, сделать так, 6. Смотри. А я еще один бизнес покупаю. Предлагаю делать так. 7. Нет смысла сейчас покупать бизнес. Почему? Потому что если ты всего лишь один ход сделаешь, вот давай мы с тобой сейчас походим, события разыграем, ты, по-моему, ходишь первый. 3. Давай. 3. Ходи. 1, 2, 3. Клади монету. Монета! Теперь я. Сейчас я как на какой-нибудь твой бизнес попаду. 1, 2, 3, 4, 5. Нет. Такого бизнеса у тебя нет. Но я тоже плачу монеты. Так, давай сколько у меня? 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24. Давай сделаем сейчас один ход, не будем ничего покупать. Я буду. И посмотрим, будешь? Буду. Ну давай, что ты будешь покупать? Бизнес. Давай, какой? Выбираю. Воздушные шарики, магазин игрушек или тир? Я поскорее что-нибудь. Что же такое есть близко? А, ну вот это вот ближайшее. Да, ближайшее окажется тир. Угу. Не, пончики, вот ближе. Я могу на пончики наступить. Ну хорошо, тогда А, пончики и так у тебя куплены. А. Есть воздушные значит, шарики. Значит, я куплю тир. Хорошо, покупай тир. 3 монеты, пожалуйста, сюда. Это твои. 3 и слажу. Угу. И сразу улучшаешь. Понятно. Давай. Ох, сколько места нужно для этой игры. Много. Не то, что тебе диван. Да, на диване вообще. Давай. Всего 5 монет ты должен. Так, ну, что-то еще ты будешь покупать? Вот я тебе, например, не рекомендую. Монета. Одна монета. О, какая она маленькая. Ой, что-то вся развалилась и превратилась в 5. Смотри, я тебе рекомендую ничего сейчас больше не покупать. А почему? Потому что на следующий ход ты можешь выиграть. У тебя такой доход, что в следующий ход ты можешь пособрать уже 30 монет. Только для этого нужно оставить свое богатство. Иногда не все нужно в бизнесе тратить, а немножко подкопить. Вот я, например, так и сделаю. Ничего не буду делать. А я еще 3 монеты 2 заплачу. За что? А, чтобы настольные игры улучшить. Ну, это да, тоже выгодно. Выгодно. Я куплю себе бизнес. Воздушные шары. И на 2 его улучшу сразу. Вот, все, я больше ничего не буду делать. Так, ну что, готов? Будешь еще что-то покупать? Буду. А я куплю зеленую акцию. Ну, давай. А зеленых больше нет. Все, их раскупили. У меня 2, у тебя 2. Ну, тогда куплю одну синюю. Давай. За то 5? Есть, одну красную. То есть, ну, нет, синюю. Так лучше ничего не покупай. Ну, хорошо, ты просто иногда в бизнесе нужно, говорю, подкопить денег, немножко сохранить. То есть не обязательно все вкладывать. Все.
Теперь следующий ход, и, кажется, я первый игрок. А, не могу запомнить. Эх, ты я похоже. Давай, нет, ты. Доход. Да, доход. Два базовых. И теперь говори мне, сколько за какой у тебя бизнес. У меня? Да. Две базовых. Да, сделал. Отдавай. Сделал, да, уже положил. Три. 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 Сейчас. Три. Три. Еще три. 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 А за этот мы, по-моему, уже положили. Почему? Ты уже сказал, нет? Нет. Ну, давай. Ну, проседай мои богатства. Сейчас, подожди, теперь я себе положу. Три. 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 И три. Теперь акции. Крутите, пожалуйста. Зелень. Так, зеленый. Зеленка. Не совсем. Ни на что. Ни на что. Эх ты, я не знаю. Давай, давай, крути. Плохо. Да опять ни на что. Опять. Два. Ты получаешь 4 акции. Два. 4. И я получаю 4 акции. Денег, то есть. 4 монеты. Дальше. Желтые. Это я крутну. А я красные крутну. Одна. Значит, я получаю 2 монеты. Ноль! Бывает. У меня тоже было много раз ноль. И синюю я себе крутну. А ты считай, пересчитывай, ты мою денежку. Может, я уже накопил это больше, 3, чем надо. То есть я еще 6 монет получаю. Так, ну давай считать. Давай. Удалось ли нам накопить на наши мечты? Да. Так, твой бизнес немножко сюда перенесу. Ну давай, считай, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49. Как в прошлый раз. Да. Так, а теперь я. А может, мы неправильно считали? Все правильно. 4, 6, 8, 10, 12. А может, там кто-то? 14. Нет, не 49, а 50. Эта 16. Монетка спряталась. Где? Там. Под поле? Да. 18. Тогда 50, да. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 у меня, а у тебя 50. Ну, что ж. Что ж тут сделаешь? Получается, что и я, и ты накопили на свою мечту. Я на мотоцикл и динозавра. А ты на фокусный набор. Набор для фокусов и дом. Хороший. И вообще-то здесь вот такие еще мечты есть всякие разные. Очень интересные. Да. Ну что? Я был, а мне в первый раз вот это вот, ну, вот получилось. Вот там камера, вот как раз. И вот еще, вот это вот мне бы хотелось. Космолет, да? Такой космический корабль. Да. Ну вот, может быть, конечно, мы что-то где-то были невнимательными, но тут, в общем, нужно следить за многим, поэтому извиняемся. Но, надеюсь, игру вы увидели. Тебе понравилась игра? Очень. Мне тоже понравилось. А мы еще одну запишем, что ли? Давай еще одну запишем. Ну все, друзья, всем пока. Только я тогда по-другому все сделаю. Пока, говорю. Всем пока.